Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины мастеров и описание к ним по книге «Великий музей мира». Аннибале Караччи. Охота. 1585-1588 года. Холст масла 136/253. Аннибале Караччи, вдохновлявшихся произведениями Высокого Возрождения, в своих работах старался достичь чистоты и гармонии живописи этого периода, утраченных в искусстве маньеризма. Вместе со своими братьями художник создал в Болонье академию, где преподавал, закладывая основы академического искусства. Он писал композиции на религиозные и мифологические сюжеты, а также пейзажи, игнорирующиеся художниками эпохи маньеризма. Полотно «Охота» представляет собой несколько жанровых сцен, объединенных сюжетом на фоне прекрасного пейзажа. Слева охотник в красном несет на палке свежую тушку убитого животного. В правом нижнем углу картины персонажи занимаются необходимыми приготовлениями. Чуть ниже, на склоне холма, на втором плане холста, молодой человек, глядя вдаль, на что-то указывает пальцем. Ниже неспешно едут на лошадях и ведут разговор еще два персонажа полотна. А на дальнем плане, в долине, идет настоящая охота с несущимися собаками и всадниками. Ну вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе «Охота», автор Аннибале Караччи, около 1588 года. Пока-пока, до свидания.